А для гэтых людзей любы прагноз ад сіноптыка ў прымальны. Сталічныя прыхільнікі загартоўвання арганізавалі навагоднія акунанне. Месцам сустрэчы аматарам зімовых заплываў стала Камсамольскае возера. Акунуцца ў палонцы, дзе тэмпература вады не вышэй за 2 градусы, сабраліся 10 адважных мінчан. Такая традыцыя ў сталічных маржоў існуе амаль 10 гадоў. Многолетняя традиция здесь, на Комсомольском озере, 31 декабря в 12 часов дня. Это предновогоднее окунание, и 2 января в 12 часов дня новогоднее окунание. Поэтому вот кто на 12 часов смог, те вот сегодня пришли и подходят. А вообще народ и в субботу, вернее, вот и 31 числа, и 1 числа, в течение дня, вот я здесь был, идут. И сегодня с утра тоже были. Это трудно передать словами, но ощущение очень приятное. После холодной воды всегда очень хорошее настроение, очень весело. Хочется смеяться и петь. У среднем 300 человек за тыдень окунаются у полонцы на Комсомольском озере. Наступный заплыв маржоу запланованы на водохрыще 19 студеня.